Город Нью-Йорк. Хороший город, но его не будет. Вообще. Одной ракеты. Одной ракеты, конечно. Совсем. От слова совсем. Американцев таких ракет нет и никогда не было. Чем привлекателен Южный полюс? А мы сразу знаем, куда ее запускать, да? Ну, конечно. Через Южный полюс, нет, через Северный. Нет, ну, речь идет, у нас только одна цель. Нет, речь идет, конечно, о территории, о континентальной территории Соединенных Штатов. Секунду, эта ракета, если окажется там, где, в общем, она могла бы оказаться в худшем случае, способна уничтожить какого рода объекты, какие площади, территории? Я вам так скажу, что если 7,5 мегатонн будет доставлено на территорию, как говорится, нашего партнера, то... Слово «партнер» очень важно. Да, то... Вот такие объекты, как город Нью-Йорк. Хороший город, но его не будет. Вообще. Одной ракеты. Одной ракеты, конечно. Совсем. От слова совсем. Вот. Поэтому лучше не надо. Красивый американцы, город. Кстати, всегда, вот они всегда боялись наших тяжелых ракет. Уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране.